Бейли Даунс. Что ты нашел? Боже! Бакстер? Купер Харт Энтертеймент, Waters Pictures и Motion International совместно с Lionsgate Films и Unipix представляют. Оборотень. Он убил нашего пса. Он убил Бакстера. Заткнись, Норман. Может ли это случиться с нормальной женщиной? Бакстеру не повезло. А все вокруг стояли и просто смотрели. Почему они не поймают его? Неужели это так трудно здесь сделать? Черт! Резать вены по-детски. Я перережу горло. А тебе лучше повеситься. Здесь этим уже никого не удивишь. Ошибаешься. Мы им покажем. Неужели наша смерть будет просто дешевой показухой? Ты сама это предложила, уже поздно отступать. Все будут разглядывать меня, мертвую. А вдруг они начнут смеяться? Они испугаются. Самоубийство — лучший способ всех послать. Это мы и наш договор. Тебе проще, ты сильнее. Мы поклялись сделать это вместе. 8 лет. И что? Свобода в 16 или смерть. Но мы вместе. Вместе навеки. Вместе против этой жизни. Наша смерть испугает их, поверь мне. Крови многовато. И живот видно. Just do it. Снимай. В фильме снимались Эмили Перкинс, Кэтрин Изабелл, Крис Лемке, Джесси Мосс, Дэниел Хэмптон, Питер Келлиган, Джон Буржуа. Похороните меня в этой одежде, спасибо.
И в роли Памелы Мими Роджерс. Грим и спецэффекты Пол Джонс Студио. Композитор Майкл Шилдс. Художник-постановщик Тодд Чернавский. Монтаж Брэд Сулливан. Оператор Том Бест. По сюжету Карен Озлтон и Джона Фоссета. Автор сценария Карен Уолтон. Продюсеры Стив Хобан и Карен Ли Холл. Режиссер Джон Фоссет. Успокойтесь. Это было просто возмутительно, вы согласны? Сегодня сестры Фицджеральд показали нам... Боже. Я просто в шоке. В шоке от этого. Понимаете? После урока обе зайдете в мой кабинет. По очереди. Может, посмотрим еще раз? Тихо, тихо. Жизнь в Бейли Даунс. Кто следующий? Да, девочки, бегите. Бегите к папочке. Отскок. Спорю, что она хороша. Тебе нравится Фицджеральд? Ты что? Да не эта уродина с клюшкой, а вторая. Рыжая. Черт. Кажется, Джейсон запал на меня. Тебе-то какое дело? Школа. Маленькая безумная секс-машина. Просто гормональная помойка. Не стоило нам приходить сюда. Что у тебя со спиной? Не знаю. Найти и уничтожить. Давай. Ты что? Так, Трина Синклер. Отличный выбор. Продолжай. Трина... Синклер, дешевая краска для волос, нанесенная во время поиска заколки и диетических таблеток. Любит, когда шорты обтягивает задницу, не выполняет домашнее задание, часто врет. Твой любимый тип девушек. Ты сама скоро станешь такой же. Точно. Молодец. Девочки, сучка. Попробуем еще раз. Приготовились? Я прикрою. Давай. Активнее, девчонки. Беги быстрее. Так держать. Давай, детка. Работай ногами, работай. Не расслабляйся. Покажи класс. Давай. Пошел ты. Зверь из Бейли Даунс вышел на охоту. Четвертая псина за неделю. Твой приз. Наверное, ты спишь с кобелями, Фиджи. Хватит. Все нормально? Конечно. Еще одна чертова собака. Бриджит, иди умойся.
Не смей трогать мою сестру. Тоже мне защитница. Хватит, перестаньте. Он заглядывал тебя под кофту. Да. Хочешь, я убью ее? Я убью ее ради тебя. Мне все равно. Нет, не говори так. Это важно. Ты серьезно? Как насчет пытки? Все, что захочешь. Черт, у нее есть собака. Можно украсть ее и устроить так, будто ее съел монстр из Бейли Даун. У нас есть кровь и искусственные кишки. Точно. Молодец, так и сделаем. Привет, Сэм. Она спит с наркоторговцем. Она заслуживает плохого обращения. Сэм, ты мне позвонишь? У тебя есть мой номер? Обязательно позвони, не забудь. Сэм, пока. Пойдем. Урод. И что я в нем нашла? Ты разрешаешь всякой сволочи обижать тебя. И поэтому боги наказали мне убивать их. Да, у тебя неплохо получается. Дай мне только время, все получится. Я убью ее. Не смеши меня. Джинджер, думаю, мы должны встречаться. Нет. Черт. Норман, Норман, прыгай. Прыгай повыше. Бриджи, обещай, что не оставишь меня. Из-за того, что у этого кобеля период обострения, да я лучше умру. И я умру, если потеряю тебя. Нет, не потеряешь, дура. Джинджер, не обзывай сестру. Ненавижу нашу семью. Смотрите, девочки. Норман, отпусти. Джинджер, почему ты чешешь спину? Чешется. Почему? Потому что боль поступает от нервных окончаний в синапсы мозга. Она не в духе. Ты где-то ушиблась? В школе. Болит основание позвоночника или выше? А живот болит? Возможно. А сзади не болит? Болит. Ну и ну. У тебя критические дни? Ты можешь помолчать 2 секунды? Пэм, мы же едим. Генри, у девочек задержка с менструацией на 3 года. Это плохо теперь, это начинается. Нет? Дорогая, не надо этого бояться. Это самая обычная вещь. Может, это рак спины? Джинджер. Или туберкулез? Видишь, что ты наделал? Или спондилит? Спонди что? Кости позвоночника срастаются. Мило. Бриджит, хватит. Успокойся. Не говори со мной в таком тоне. Беру пример с тебя. Черт. Марш к себе в комнату. Ура! Бриджит, тебя никто не прогонял. Вечером мы с папой все обсудим. Никуда не уходите. В округе бродит дикое животное. Они никуда не ходят. Ты мне очень помог. Как всегда. Джинджер, что? Нас поймают, ни за что. Ее пес будет сидеть дома. Ему ведь нужно пописать. Люди не оставляют собак без присмотра. Тогда тебе придется отвлечь ее, пока я займусь собакой. Я не могу отвлечь ее. Черт возьми, сама предлагала. Не доверяешь самой себе? Тогда помалкивай. Извини, просто меня уже все достали. Смотри.
Видишь? Оставим ей этот подарочек. Да уж. Возьми его лапу. Еще тепленький. Фу, гадость. Черт. Ужасно. Какой запах. Ты испачкалась. Мило. Что? Бриджит. Бриджит, теперь я проклята. Да. Это не заразно. Я знаю. Господи. Идешь на самоубийство, а тело издевается над тобой. Но если я начну пользоваться тампонами или обсуждать новые прокладки, убей меня. Пойдем отсюда. Джинджер! 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 Беги! Беги, он идет за мной! О боже! Джинджер! Джинджер! Отпусти ее! О боже! Господи! Вставай! Вставай! Вот черт. Дрянь. Мама! Мама! Помоги. Дай посмотреть. Больно? Очень. Покажи рану, Джинджер. Покажи. Нет. Очень больно. Что это было? Что? Не знаю. Большая собака? Почему? Что я сделала? Я уже такое видела у медведей. Говорят, медведь набрасывается на девушку с месячными из-за запаха. Какой еще к черту медведь? Здесь вообще медведи не водятся. Так болит?
Нет. Не может быть. Раны затягиваются, это неправильно. Я звоню 911. Нет, нет. Смотри, кровь. Кровь больше не идет. Видишь? Представляешь, как испугается мама? Все нормально. Все хорошо, да? Да? Да. Все хорошо. Все хорошо. Я думала, ты умрешь. Все в порядке. Все в порядке. Все хорошо. Охотясь на здоровые нормальные клетки, бактерии постепенно разрушают их снаружи. Затем вирус полностью захватывает больной организм и, наконец, убивает его. Полный меозис состоит из успешного разделения, в результате которого образуются 4 новых клетки, каждая из которых вновь делится надвое. К этим дают бесплатный календарь. Думаешь, это просто месячные? Запомни следующее. Слова «просто» и «месячные» плохо сочетаются. Нигде от него не скрыться. Однажды вы поймете, как мне плохо. Эй, кстати говоря, у меня 3 сестры. Если хочешь расслабиться, покури травку. Спасибо. Я воздержусь. Не надо. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Слабая травка. Передай. Тяни сильней. Слабачка. Чем обязан? Наркотики не нужны. Я не предлагал. Я хотела узнать, кого ты избил. Знаете, инспектор, это было похоже на ликантропа. Я знаю, что это было. Еще бы. И часто ты видишь оборотней? Да, ты. Кто там? Чувствуешь? Нет? Мне уже все равно. Что вы тут забыли? Старина Сэм. Мы искали место, где бы раскуриться. Придумал. Почему бы вам не убраться к чертовой матери из моей машины? Я серьезно. Убирайтесь. Пошли вон, сволочи. Сэмюэль? Черт. Что у тебя с машиной? Стукнул дерево, ясно? Проваливай. Джинджин, пошли. Правильно, лучше пообщайся со своей сестрой. Трина, не нарывайся. Морли, сидеть. Ах ты, сучка! Гадина!
Джинни, что с тобой? Что-то случилось. И это не просто переходный возраст. Можешь что-нибудь ответить? Надо же. Надо же, и все, да? У меня не должно быть волос на груди. Это плохо. Я знаю. Черт! Это... Что? Ничего. Что? Укус при полной луне. Теперь ты оборотень. Звучит дико, но подумай. Спасибо, что ты всерьез восприняла весь этот кошмар. Черт. Черт. А вдруг я скоро умру? Тебе нужен врач. Конечно, много крови. Это же месячные. Нет, это было как... Гейзер. В первый раз все пугаются. У вас еще не было месячных? Сколько вам лет? Мне 16, ей 15. Она перескочила через один класс. Густые, мощные, обильные выделения. Это нормальное явление. Объем матки стабилизируется за первые несколько дней. Схватки, судороги сжимают ее, словно насос. Через 3-5 дней начнется легкое светлое кровотечение. Оно может стать коричневым и даже черным, что говорит о конце периода. Ясно. Значит, это нормально? Да. И это будет примерно каждые 28 дней в течение 30 лет. Ясно. Спасибо. А если растут волосы там, где их не было, и это больно, это нормально. Что ж, спасибо. Пойдем. Стоп. Вам надо предохраняться от беременности и венерических заболеваний. Удачи. Ну и грязь. Жаль, что это не детские ножки. Любимый пудинг дочки. Поздравляю, милая. Можешь спрашивать меня обо всем. Стукачка. Нет. Наша девочка превратилась в женщину. Я ничего ей не говорила. Так я тебе и поверила. Почему ты мне не веришь? Верю. Просто у меня месячные. Да. У меня странные волосы. И что? Это гормоны. Они делают меня уродиной, но не превращают в монстра. Значит, тебя укусил большой гормон. Хватит трепаться, оборотни. Не существует. Норман, заглохни. Может, он на тебя лает. Я что, изменилась? Вою на луну или убиваю людей по ночам? Нет. Разве эта гадина сдохла от серебряной пули? Нет, ее сбил фургон. Ты отказываешься от того, что не можешь понять. Да, если это чушь. Ты куришь травку с ребятами, с тобой что-то не так. Может, ты права. Я знаю этого монстра. Да, у него маленькие зеленые глазки. Как будто я курю травку, покрываюсь волосами и пристаю к Джейсону. Ты всегда хотела быть мной? Это уже не ты, бедняжка. Я стала взрослой, а ты, видимо, нет. Только не втягивай меня в это. Не волнуйся, не буду. Полнолуние. Стадии менструального цикла.
Легенды об оборотнях. Только одно существо убивает ради удовольствия. Это оборотень. О, Господи! Это он! Он здесь! Выметайся из ванной. Мне надо собраться. Ты видел? Привет, привет. Сигареты не будет? Нет. Хоть зажигалка есть? Спасибо. Я целую неделю тебя разыскивал. Подожди секунду. Ты это потеряла? Кажется. Ладно. Мы оба его видели. Что это было? То, что ты сбил. Я знаю. Но что же это? Я раздавил животное. Насмерть, всмятку. Не определишь. Но я думаю... об оборотне. Безумие, правда? Можешь сдать меня психиатром, я совсем чокнулся. А если нет? Тогда я просто хочу познакомиться, а ты от меня прячешься. Мне пора. Спасибо за снимок. Стой. Как тебя зовут? Чушь. Спасибо. Постой, чушь? Что ты хочешь? Ты точно никому не расскажешь? Да, клянусь. Я меняюсь. Даже сейчас. И полнолуние здесь ни при чем. Ты серьезно? И я вижу только серебряную пулю в стволе у моего виска. Конец. Только без паники. Вспомни ту тварь на дороге. Я убил ее своим фургоном, даже без серебряных пуль. Так что забудь эти голливудские штучки. Должно быть лекарство, или вас разведется целая тьма.
Это как инфекция. Оно действует изнутри, как вирус. Биология. Отличный предмет для изучения. Слушай, ты настоящая. У тебя есть проблемы. Их можно решить. Не надо думать о самоубийстве. Когда я занялся пирсингом, у меня было заражение. Мне посоветовали серебро, самое чистое. Древние считали, что чистый металл очистит кровь. Они и в пиявок верили. Да. Эй, пойди-ка, успокой свою сестрицу. Хочешь покурить? Джинджер, поговорим? Хочешь извиниться? Нет. Все, Джейсон, поехали. Ура! Джинджер! Джинджер! У нее месячные. Пока, уродина. Увидимся. Сейчас очень необычное, сложное время для Джинджер. Мальчики, ее тело. Это непросто. Может, ей будет легче, если ты обо всем поговоришь с ней? Знаешь, Бриджит, скоро твоя очередь. Скоро. Джейсон. Эй, полегче, вся ночь впереди. Прости, ты такой аппетитный. Просто ложись и расслабься. Сам ложись и расслабься. Кто здесь парень? Кто здесь парень? Я покажу тебе, кто здесь парень. Стой, нужны презервативы. Нет, подожди. Подожди, стой. Ты еще просто мальчик. Нет. 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 Джинни, что случилось? Что он сделал? Ты должна мне рассказать. О, Боже! Уйди! Что с тобой? Со мной что-то не так. Что случилось? Появилась боль. Я думала, это от секса, но мне захотелось разорвать кого-нибудь в клочья. Где он? У соседей. О, Боже! Ты убила Нормана. Он лаял и никак не мог замолчать. Я не могла остановиться. Не могла. Бриджит, что мне делать? Все прошло не так, как я думала. Были одни только крики и вопли.
Потом он кончил. И я... Наверное, теперь ходит и рассказывает, какая я дура. Говори то же самое о нем. Так не получится. Он доволен. А мне стыдно. Он герой. А я его подстилка. Глупая, волосатая подстилка. Ты предохранялась? Нет. Думаешь, это поможет? Надо попробовать. Где ты это взяла? Сережку? Нашла. Плохо. Тебе тоже такая нужна. Так, на всякий случай. Готова? Да. Черт, застряла. Не дергайся. Быстрее. Прости. Ну как ты? Ну? Нормально. Норман! Ты где? Мама! Быстрее. Стой смирно. Давай же. О, да. Ничего себе ножки. Джейсон, кто это тебя так? Джинджер Фиджеральд. Дикое животное. У тебя тоже месячные? Черт. Ручка потекла. Черт. Привет. Бриджит. Иди сюда. Ну и дела. У тебя парень появился? Нет. Мы просто... Я сейчас вернусь. Господи. В чем дело? Серебро не поможет, но у меня есть идея получше. Ты что, уже накурился? У меня сейчас урок. Ты что, не видишь? Да, извини, что помешал. Я зайду к тебе потом. Как хочешь. Сестры Фиджеральд разошлись. Так, смена позиций. Начали. Он думает, укушена я. Я верила тебе, а ты все разболтала этому наркоману. Он все понимает. Он хочет помочь. Он хочет трахнуть тебя, дура. Семейка шлюшек в сборе? Полюбуйтесь. Тебе конец. Круто!
бей ее сильней. И сама напросилась. Джинджер, к директору. Мистер Уэйн, директор. Наша школа отвергает любое насилие. Подобное поведение непростительно, за исключением критических обстоятельств. Чего уставилась? У меня ручка потекла. Красная ручка. Это было круто. Почему ты не сфотографировала? Был отличный кадр. Ты трахалась с Джейсоном без презерватива и заразила его. Да? Я пойду к Сэму. У него есть план. Конечно, есть. Пошли вместе. Тогда ты должна вести себя смирно. Вдруг он все поймет, что на самом деле не я, а ты. Кто? Монстр? Чудовище? Если он поймет, что я дурю его, все пропало. Буду паинькой. Ромео, Ромео, как ты прекрасен. Привет. Привет. Прости меня, я боялась, что нас могут услышать, и все. Да, она просто немного хандрит. Твоя затея с серебром не сработала. Я не ждал гостей. Это моя сестра, она знает. Вы пришли вдвоем, да? Чтобы никому ни слова, ясно? Боже. Ух ты. Давай покурим. Все посмотрела. Теперь отвали. Бриджит, ситуация следующая. Я сравнил гомеопатическое лечение болезни с преданием об оборотнях. Смотри. Аконитум деликотум. Волчьи лейкоциты. Да. Называется аконит. Она как волчья отрава, только безопасна в малых дозах. Это лучшее средство для твоей детоксикации. Стимулирует белые кровяные тельца. И борется с заразой. У тебя она есть? Это растение. Цветет только весной. Черт, все это чушь. Я посадил немного. Она не может ждать. Она уже убила собаку, ей плохо, у нее растет хвост. Ты ему сказала? Джинджер. У тебя растет хвост? Да. Все ясно, он просто болтун. Да что ты о себе возомнила? На себя посмотри, извращенец. Ей 15, Джинджер, выйди. Ладно. Хочешь насилие? Дело твое. Я буду дома. Она так шутит. Я тебе плохого не сделаю. Черт. Порезалась. Твой отец сегодня в ударе. Мы едем в супермаркет. Хочешь поехать с нами? Ты могла бы постучаться. Не ори на меня, что я там у тебя не видела. Много чего. Что это значит? Ничего. Я просто толстая. Уходи. Джинджер, ты совсем не толстая. Эти фотомодели сидят на стимуляторах. Выйди. Хорошо. Боже. Я скоро вернусь.
Отдай мне моего пса. Трина, я не крала твоего пса. Джинджер взяла его. Я видела. Мне жаль тебя. Ты ему не нравишься. Он же особенный. Любит девственниц. Трина, ты не в себе, иди домой. Ты такая умная, что не сможешь удовлетворить его. Кто-нибудь хоть раз должен его удовлетворить. Трина, уходи быстро. Ты такая же шлюха, как твоя сестра. Нет. Привет. Тебе мало? Что ты делаешь? Не знаю, что я делаю. Что? Звони Сэму. Спроси его. Что? Ты играй со своими друзьями, а мне оставь моих. Джинджер, что ты делаешь? Как ты вкусно пахнешь. Что за запах? Не пойму. С ума сошла? Хватит. Хватит. Отпусти ее. Заткнись, заткнись, сволочь. Ладно, Трина. Ладно, успокойся. Смотри, Трина. Она тебя защищает. Хватит, это неправильно. Она боится за тебя, куколка. Она стерва и не стоит этого. Сама напросилась. Ты пришла к Сэму, и то, что случится, на твоей совести. Это уже не ты, Джинджер. Неужели? Посмотри на меня. Он не прав, Бриджит. Это не лечится. Откуда ты знаешь? Надо попробовать. Еще раз? Ну, я даже не знаю, сестренка. Я ухожу, я покидаю это место. Я все здесь ненавижу. Черт, это отвратительно. Ты мерзкая дрянь. Отойди. Не подходите, сволочи. Вы обе сумасшедшие. Обе! Нет, мы просто... Быстро! Бери ее! Генри, что ты там делаешь? Не ешь, пока мы не войдем. Господи! Девочки! Я запретила вам делать это в доме. Не злись, это лучший снимок. Чтоб через 5 минут все сверкало. Это сироп. Хочешь попробовать? Ладно, я разложу мясо. Лучше я. Мама! Что? Что нужно мужчинам? Бриджит, я рада, что ты спросила. Вот чего хотят мужчины. Некоторые ведут себя спокойно, но все они одинаковые. Точно. Спасибо, мама. Дорогая, для этого мы и собрались. А теперь спать. Завтра в школу. Мои красавицы. Это просто круто. Да, хоккей на траве отдыхает. Дай мне отвертку. О, Боже. Продолжай.
Так, почему ваша дочь встречается с отморозком? Хорошо. По-моему, они что-то натворили. Они ведут себя, как все подростки. А почему им вдруг так стало интересно, что ты говоришь? Оставайся в своем мирке. Этот тебе не подходит. Черт, сколько червей. Помнишь, раньше я заставляла тебя их есть? Мелкая могила? Это ей подходит. Копай, твоя очередь. Бриджит, никто не заподозрит девушек в таком деле. Верь мне, девушка может быть шлюхой, сучкой, приставалой или просто девственницей. Мы запросто всех обманем. Она красивая? Если я уйду, ты ее съешь? Нет. Это хуже, чем спать с ней. Ни с кем не встречайся. Дома я сойду с ума. Мама будет думать, что ты в школе. В школе я скажу, что ты заболела. Пока об этом никто не узнает. Потом мы исчезнем. Уберемся отсюда. Подальше. Пропала без вести. Трина Синклер. Прошу вашего внимания. С этого момента некоторые учащиеся будут приглашаться на полицейское дознание по поводу исчезновения Трины Синклер. Ее убили. Когда вас назовут, пройдите в кабинет директора. Памела Фиджеральд. Куда пропала Джинджер? Сейчас мне так хорошо. Я хотел ее спросить кое о чем. Например, почему у меня растет этот чертов хвост на заднице? И что мне надо сделать, чтобы незаметно его спрятать? Что? Не трогай меня. Понимаешь, мне в голову лезут странные мысли. Я стал очень злым и жестоким. Знаешь, как я развлекался вчера ночью? Я растерзал своего любимого пса. И что мне теперь делать? Ты здорово влип. Да, я круто изменился. И ты знаешь почему. Что вы тут делаете? Спасибо. Как дела в школе? Не знаю, я не ходила. Мы ездили на экскурсию, да? А мне об этом ничего не сообщали. Папа, научишь меня водить машину в следующем году? Возможно. Куда вы ездили? А если следующего года не будет? Джинджер, звонил ваш директор, интересовался, как твое самочувствие, и когда ты вернешься в школу. Полиция хочет поговорить с тобой о пропавшей девочке. Пап, можно мне выйти? Нет, нельзя. Подожди, зачем Бриджит? Что за девчонка? Я хочу знать, что происходит. Говори. Что это? Аконит? Откуда? Из супермаркета? Расскажи мне все. Трина Синклер хотела побить меня, потому что Джейсону я нравилась больше. И Джинджер врезала ей. Это все. Это все? Бить других девочек? В школе? Я разочарована, Бриджит. Прости.
Ты делаешь то, что она захочет, как и раньше. Тебе надо больше думать о себе. Хочешь? Я поговорю с ней. Объясню. Она считает, что нам лучше разобраться самим. Да? Правда? Что ж, я думала, этот подход не сработает. Смотри, что я нашла. Что ты делаешь? Я хочу отрезать его к чертовой матери. Нет, нет, нет. Я снова убивала собак. Мне хорошо, когда я рву кого-нибудь на части. Я не могу быть такой. Нет. Это аконит. Завтра мы узнаем, как сделать снадобье, и ты вылечишься. Если ты сдашься сейчас, я останусь одна. Я так не могу. Прости. Мне страшно. Желаем вам приятного Хэллоуина! Бриджит, что ты задумала? Выпусти меня. Я пойду за лекарством. Здесь ты никому не причинишь вреда. Сука, маленькая дрянь, открой дверь, гадина. Заткнись и жди меня. Мерзавка, стерва. Пожалуйста, выпусти меня. Прошу. Бриджит, открой дверь! Это же аконит. Где ты его достала? Что с ним делать? Нюхать, есть, что? Нужно попробовать. Ну ладно. Нам надо действовать наверняка. Укольчик. Это опасная затея, потому что мы не знаем, каков эффект. У нас нет выбора. Дозировку сделаем наугад. Она зависит от обмена веществ, массы тела, плюс побочные эффекты. Нельзя пробовать в одиночку. Сестра мне поможет. Пойми, ты можешь убить ее, пытаясь спасти. Что? Это ведь для Джинджер.
Так, в худшем случае, ты избавишь ее от мучений. Если, конечно, ты к этому готова. Приходи на вечеринку. Не видели Джейсона? У тебя кровь. Пойдете сегодня на вечеринку? Да. Я буду главным призом. Вы можете стать победителями. Джинджер, в мой кабинет, быстро. Помогите, помогите! На помощь! Пусти меня! Отпусти его, Джейсон. Помогите! Согласен. В обмен на тебя. Отлично. Иди к папочке. Иди ко мне. Привет. Я пойду. У меня урок. Внимание, Бриджит Фиджеральд. Зайдите к директору. Он хотел позвонить маме, понимаешь, и все ей рассказать. Я помешала ему. А тебе нравится, когда тебя предают? Я не предавала тебя. Ты заперла меня. Для твоего же блага. Да, чтобы остаток жизни я провела в тюрьме. Подождем, пока все уйдут. Затем приберемся здесь как-нибудь. Тебе пора успокоиться. О, боже! Генри? Господи! Что там? Генри, ради бога, это наши девочки развлекались. Это муляж, трусишка. Надо как-то здесь прибраться. Сиди тут. Запри дверь.
О, боже. Привет, Бриджит. Прекрати. Мне нравится твоя грудь. Люблю молоденьких девушек. Оставь его, Джинджер. Хватит, остановись. Хватит. Он ничего не сделал. Остановись. Он плохо смотрел на тебя. Господи. Он... нашел меня. Бриджит, понимаешь, мне пришлось. Иди к черту. Он не умер. Ты его заразила. Надо вызвать скорую. Черт! 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 Тебе это нравится. Это так приятно. Бриджит. Это... внутренний мир. Ты чувствуешь каждое движение, каждый свой мускул. А потом я вижу космос, галактики. Я дикая сила природы. Кажется, я способна на все. Мы с тобой уже не сестры. Ты чудовище. Тебе понравится. Давай. Маленькая царапина. И дело сделано. Это будет наша стая, как раньше. Ты и я. Я лучше умру, чем стану такой же. У нас был договор. Свобода в 16 или смерть, но мы вместе навеки. Я обещала умереть за тебя. Нет, ты хотела умереть вместе со мной, потому что другого тебе не оставалось. Тупая дура. Думаешь, я опять захочу стать никем? Чёрта с два! Не мешай мне, Бриджит! Я передам привет Сэму. Пожалуйста. Где твоя сестра? На вечеринке. Садись. Вот и она. Крутой костюмчик.
Где Сэм? Мало. Привет. Привет. Джинджер, где Бриджит? Осталась дома. Да, почему же? Месячные. Передавала привет. Хочешь купить или как? Или как? Найди свою сестру. Мама, вы совершили страшное злодеяние. Но вы мои дети. Одно дело, если вы уйдете. Это нормально, но никто не заберет вас у меня. Завтра я открою дома весь газ и зажгу спичку. Что? Начнем сначала, только девочки. Будет весело. А как же папа? Он будет обвинять меня, как и все они. Ты не виновата, мама. Виновата. Закрой машину, хорошо? Джинджер, давай... Нет, сам давай. Что ты делаешь? Ты меня хочешь? Все хотят. Я знаю. А мне что делать? Как себя вести? Что происходит у меня внутри? Нет, не надо. Возьми меня. Джинджер, твоя сестра... Это обман. Джинджер, слезь с меня. Пошла вон. Джинджер, слезь с меня. Ублюдок. Я не хочу тебя. Господи. Джинджер, вставай. Прости. Я не хотел. Джинджер. Черт! Сука! Меня хочешь? Ты меня хочешь? Не трогай его, а возьми меня. Я не хочу тебя. Кто ты такая? Не делай этого. Бриджит, не надо. Ты же хотела, чтобы мы были вместе. Нет. Черт. Теперь мы вместе. Тебя я знаю. Но кто я? Пойдем отсюда. Не могу, я превращаюсь очень быстро. Какого черта ты это сделал? Я спасу тебя, Бриджит. Вы обе в опасности. Безмозглый кретин. Лекарство действует. Я пробовала его на Джейсоне. Только так я могла уговорить ее вернуться. Черт. Но я-то об этом не знал.
Помоги мне. Погрузи ее в машину и вези нас домой. Хорошо. Она поедет сзади. Это безумие. Тебе нужен врач. Господи. Она могла убить тебя. Я нужна ей. Поезжай быстрее. Вылечи ее и меня. А потом? Беги. Ты лжешь самой себе. Сейчас вернусь. Дай мне шприц. Папа? Ты дома? Черт! Что-то не так. Она выбралась? Надеюсь, нет. Ничего не вижу. Дай фонарик. Черт! Это твоя сестра, черт! Черт! Аканит там. Ты с ума сошла. Еще нет. Тихо. Надо действовать. Здорово. Черт, где она? Действуем быстро. Да. Так, ложки. Где спирт? Бриджит, есть зажигалка? Есть? Я не чувствую руку. Боже мой. Черт, идем, быстро. Спирт. Что? На полке. Вижу. Измельчи листья.
Так, наливай. Аккуратно, аккуратно. Ты слышал? Продолжай. Ну же. Ладно, я сам. Не знаю, что получится. Это не важно. Сделаю укол, и мы убежим. Ни за что. Дай мне, ты еле двигаешься. Нет. Одна ты не справишься. Дай мне шприц, я спрячусь в гостиной. Ты приведешь ее, и все, конец. Хорошо. Отлично. Я пошел. Осторожней. Бриджит! Сэм! Джинджер.
Я не могу. Не буду. Ой, черт! 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 Уйди! Не трогай меня! Джинджер. Ты что? Это я. Понимаешь? Джинджер, это же я. Ты этого хочешь? Хочешь? Я не стану подыхать здесь с тобой. Я не умру. Я покидаю это место навсегда без мыслей, надежды и грусти.
Thank you.